Багажную проверку каждый второй пассажир, прибывающий в аэропорт Курумыч из южных республик, провозит продукцию растительного происхождения. Чтобы на территорию Самарской области не завезли запрещенный груз, в терминалах дежурят сотрудники регионального Россельхознадзора. Под карантинами и запрещенными к ввозу считаются фрукты, овощи, орехи, крупы, семена и грибы. Это связано с тем, что в них нередко встречаются вредные организмы или возбудители заболеваний растений, которые не распространены в России. Так, например, инспекторы обнаружили калифорнийскую щитовку в айве, прибывшей из республики Узбекистан. Как отмечают специалисты, еще большую опасность могут нести продукты животного происхождения. Молоко или мясо может оказаться носителем возбудителей заболеваний, опасных и для человека. Могут провести с продуктами мясного, молочного характера такие заболевания, как ящер, бруцеллез, туберкулез, потом и АЧС, как вы говорили. В общем, то есть на каждую продукцию должен быть обязательно ветеринарный сопроводительный документ. Мы встречаем пассажиров, досматриваем их багаж, опрашиваем, есть ли у них запрещенная к ввозу продукция. Если она есть, то мы изымаем и уничтожаем.